Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейс, и это долгожданный трансферный выпуск. Но сначала я хочу вам сказать, что ВКонтакте проходит конкурс, в котором вы можете выиграть футболку Queen's Park Rangers с абсолютно любой фамилией, даже с вашей, с фамилией вашего прадеда, с фамилией ваших детей, если у вас такие, конечно же, есть, хотя, скорее всего, как и у вас. Ну, неважно, в общем, с любой надписью. Подробности конкурса в описании, а мы приступаем. Если честно, мне довольно-таки грустно смотреть на это пустое поле. Вообще никого нет, даже гастарбайтеры, которые вечно тут с граблями и здесь тяпками ходили, что-то тюкали по земле, искали какие-то печушки, наверное. И те, видимо, в отпуске на Мальдивах там трогают жопастых мулаток, ну а вся остальная команда попросту в запое. Но сегодня мы попытаемся эту команду усилить, то есть закупиться как следует. То есть, кстати, помните такой факт, что до моих побед в Кубке Англии в Чемпе в моем фан-клубе было где-то, ну, тысяч, наверное, 60 человек, по-моему, если я не ошибаюсь, а теперь их 95, то есть вот они, глоры так к нам приходят. Ладно, так, заходим куда сначала, давайте-ка посмотрим, наверное, молодежка, может быть, она обновилась, и там есть кто новый, но... Но нет, знаете, все те же ублюдки. Особенно вот это вот, это просто... Я до сих пор этому чуваку поражаюсь, то есть 32. Опорник, да тебя просто сметет, не знаю, мне кажется, ветерочек с такими скиллами. Вот, пока что к нам только Сколс приходит, потому что уже в 16 лет у него уже 72, это, мне кажется, даже не обсуждается. Уж больно хорош рыжий. Так, мой двойник. Ковба, нет. Короче говоря, ничего нового нету абсолютно. Но, в принципе, я вижу, что некоторые малолетки подросли. Да, по-моему, если я не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь, я в эту богадельню не залазю. Это дело для тесаков и прочих. Так, давайте-ка посмотрим, не знаю, список. Нет, давайте сначала мы из команды посмотрим, кого можно турнуть. То есть те люди, которые команду покинут. Надеюсь, их кому-нибудь сбагрить, хотя бы даже за бесплатно, то есть просто, чтобы они мою зарплатную ведомость не нагружали. Заходим в мою команду. Я тут уже, в принципе, немного наметил список команды, то есть с кем я попрощаюсь. Это Дида. Видите, он немного от этой новости погрустнел, тем более у него был рейд, по-моему, 81, уже 79, то есть чувак уже деградирует, уже, наверное, думает о своей футбольной пенсии, о том, как он будет... сидеть на берегах Копакабаны и глазеть, как молодые люди играют в футбол или в чем там занимаются в Бразилии, я не знаю, может, траву курят, может быть, гусей ебут. Я там не был. Так, Дида, грустный Дида. Не знаю, что у него на башке, это шрам, это иероглиф китайский или просто Дида головой в миксер пытался залезть, я не знаю. Так, вот. Да, я его добавил в список трансферов и аренд. Так, ну и Веракоч, само собой, остается. Полюбас, как и Балой, МБНГ, Гранера. Так, это все люди основы, которые с нами будут брать, возможно, Лигу Чемпионов. Так, и с Манганом мы пытаемся попрощаться, но, видимо, Манган этой новости очень рад. Видимо, он заебался сидеть на скамейке запасных, и он думает, поскорее мне обратно бы в мою родину, на Сенегал, либо во Францию, потому что во Франции тоже негров больше, чем французов уже. То есть во Франции либо... негр, либо араб, то есть куда ни плюнь, попадешь в негра и услышишь в ответе «Эй, мэн, йоу, масап!» и пару выстрелов вдогонку тебе. Но видим, что Манган доволен, так что я правильно поступил, что пытаюсь его втюхать кому-нибудь. Так, Трауре, я, по-моему, так. Ну, насчет Трауре, видимо, смотрите-ка, он из одной стороны с Манганом, я думаю, что он из Франции, Трауре, но... Они родня, и почему-то факт родства с Манганом Трауре очень и очень огорчает. Он думает, блядь, как так? Я этот черныш, считаю, что братья, я ж почти что белый господин, но такой, знаете ли, смугловатый господин. Так, скорость, конечно, потрясающая у него. Да, скорость охерительнейшая. Я, наверное, все-таки оставлю, потому что 93 это просто жесть. Если что, могу, наверное, его даже... Так, секунду, слишком я пережал. Могу его даже в атаку там пустить, там, в полузащиту, например. Так, Фабио, холит. Да, я его добавил, потому что чуваку надо набираться опыта, плюс Канада, это не самая футбольная страна. И что-то, знаете ли, идут, блядь, годы уже, третий сезон, а этот чувак вообще не прогрессирует. Он как был 76, так и остался 76. Сукан, ты что,
Да, он что ли? Почему? Что с тобой не так? Все, даже Смолов тут прокачался. Он был сколько? По-моему, 72, у него уже 78. У тебя как было 76, так и остается. Холит, ты чё? Не в себе, что ли, так, Смолов? Ну ладно, он все-таки такой эпичный персонаж, плюс у него классная тёлка Лопырева. Если чё, мы с ней договоримся, так сказать, орально. Ну, вы поняли, так. Язык так, ну Кравыч, само собой, я все кому угодно продам. Может быть, он будет подрабатывать на стройке, класть кладку кирпичную высокую, или не знаю, может быть, он будет подрабатывать чьей-то стойкой для одежды. Мне похуй, забирайте его, арендуйте, что с ним хотите делать, ешьте, жуйте его, костлявого этого. Ну, это само собой, это понятно, что с этим чуваком будет. Резака я в аренду, да, попытаюсь кому-нибудь отдать все-таки. Может быть, он там будет прогрессировать, что знает. Так, Пиццель, я от него пытаюсь избавиться, наверное, даже в трансфер его добавлю. Потому что все-таки тоже 77, 29 лет, он будет просто деградировать дальше, и не нужен там мне особо. Неплохая скорость, в принципе, и техника так, более-менее, но... Нет, не котирую его, не котирую совсем этого армянчика бразильского. Так, Аноха, Ротлиш, так, Аноха, что там я с ним решил? Нет, он будет у нас. Кого же не напоминает, блядь, Блейда, что ли, в натуре, Блейд, чистокровный, сейчас ему дать и меч из титана и идет ебашить этих монстров, он еще и может играть центрального, оказывается, я это первый раз, честно говоря, вижу, так что нам он пригодится по-любому. Так, не заметил, но это дно то еще, он похож на солиста группы Tokyo Hotel, но я совсем его своей командой не хотел видеть, так что уходи, Hotel. Не хотели. Демаркос это тоже игрок основы. Чех тоже не обсуждается. Агбон на нас остается. Шона я попытаюсь кого-нибудь продать. Он тоже что-то довольный. Вот наконец-то съебусь из этого гадюшника. Ну, Шон, да и хуй на тебя. Нельсон, ну вот не дай бог он вернется. Я попытаюсь клуб перебазировать в другой район Лондона, чтобы этот Нельсон не нашел нашу базу, где-нибудь потерялся и умер от спида, блядь, день. Не знаю, трахаю какую-нибудь остатки шлюхи после Джека Потрошителя. Я думаю, так оно и будет. Так, Пак Джи Сунг, ну он, конечно, так, более-менее, но староват, и мне он совсем не нужен. Да, пусть, лучше бы он дальше в Лионе оставался бы и жрал бы лягушек, и чем-нибудь другим занимался, но только не к нам, пожалуйста. Так, Грин, ну Грин тоже, это дырявый вратарь, он нам не нужен, учитывая, что у нас есть Чех, и не замедис. Так, ладно, теперь давайте зайдем, наверное, знаете, куда, в список целей, само собой. Переговоры, список целей, может быть, там есть еще новое. Тем более, у меня сейчас где-то рейтинг обновился. Этот рейтинг клубов. Так, может быть, он тут? Нет. Не тут, да? Как я понимаю, где же он есть? И не тут. Знаете, и хрен бы с ним, если честно. Так, переговоры. Так, список целей, вот мы смотрим, и сейчас обновляются мои скауты на всю начинают работать, что-то мутить, и вот он, да, явно видно, что он обновился, потому что в прошлом списке была половина каких-то днищ, вообще мне неизвестных из чемпионатов Монголии, Гваделупы, Кампучи и прочих стран 16-го мира, самых таких ограниченных. Так, Фрей, ну, кипер нам не нужен, конечно, он такой довольно-таки дешевый, конечно, вот за Чехом мы отдали, сколько, по-моему, 30 с хуем, из-за этого можно вообще за пятак его брать спокойно. Но нет. Еще ему 33 года, нет. Фрей, пока поживи так. Манон. Ну, довольно-таки неплохо, но дороговато, если честно. Вот если не было бы Чеха, я брал бы Манон, конечно, само собой. Ворм. Это Ворм. Свонси. 10 лямов. Нет, Кипер нам не нужен, да, Кипер не нужен. Так, Доусон. Вот я взял бы себе какого-нибудь дешевенького защитничка такого, так, лямиков за 5, за 6. Ну, мне кажется, что ТТХ с их ебаным евреем во главе Леви этим, он заломит за Доусона цену нехуевую. Я был прав. 22 ляма, за что? Данилка. Ну, давай, Данила. Ну, уже получше, но довольно-таки много ему годиков. 29 целых. Джуру. Похож, вот если вот чуть-чуть сделать побелее, то вот чистокровный шашлычник, про такой вот брови, губы, носяра. Все соответствует. Ну, цена, конечно, пиздец. За такие деньги я куплю себе, не знаю, тонну шашлыка из кого? Из райской птицы, блядь. Сука, Евра. Ну, конечно, Евра суперзвезда с огромным лбом, но
32 года. Чё, пока какой-то старый мусор мне предлагают. Ну, не, конечно, не мусор, но что я говорю по губам не за такие слова. Просто ветеранов. Ветеранов. Я их уважаю. Пусть дальше играют в МЮ. Ай, Андер Сантос, кто это вообще такой? Я думал, ты помоложе, если честно. Еще из Арсенала 30 лет. Такого не бывает. Овьедо. Так. Ну, Тейхарик. Так ощущение, что его, не знаю, комары искусали, что ли. Вандервиль. Вот, в принципе, неплохой такой чувачок, но цена! 39 миллионов, вы что творите? Опа, лам. Интересно, лам, Филя. Ну, знаете ли, для его возраста такие цены загламывать, вы охренели, это же просто кошмар, это все равно, что если я пришел бы, не знаю, в Макдональдс, сказал бы, дайте мне ссаный соус, блять, они сказали бы мне 200 рублей, я сказал бы, да вы охуели, ну и то же самое сейчас, так, правый защ, Симпсон, 16 лямов, тут что такое-то, да охренеть просто, кто он есть вообще, Симпсон, за что там такие деньги платить, я, конечно, понимаю, что финансовый фэрплей, все дела, но, FIFA, куда вы смотрите, блять, тут за Модрича 40 просит, ну ладно, за него нормально, но за Клеверли сколько, 30-ник, да вы что творите-то? За этого гопника, похожего на такую, знаете ли, страшненькую женщину, такие бабки. Тем более, честно говоря, он не особо-то по скиллам силен. Флетчер. Я же не продаю там Пак Джисунга за 20 миллионов. Он, в принципе, тоже, у него 81, по-моему, стата. Рибери. Это, конечно, интересный трансфер, но... 38, да откуда? Я же нищеброд по-прежнему. О, веселый негритосик, привет, как дела? 22 ляма, скорость годная. Так, левый полузащ. Ну, в принципе, у меня здесь Жозиньо. Ян... О, Красич. Красич, это интересно, мне кажется. Так. Ну, насчет Красич я, наверное, даже еще подумаю, в принципе. Он там все позиции накрывает, я только справа. Вот как раз, мне кажется, Красич нам и нужен, потому что справа у нас, в принципе, некому играть. То есть сейчас уходит... Райт Филлипс, а он там в основном играл. Агбун Лахор в основном играет слева, либо в нападении. Там же играет и Макс Родригес. В принципе, справа может сыграть Роудлич, но Роудлич еще такой неопытный чувак. Он больше человек замены, так что Красич, мне кажется, будет очень и очень знатным приобретением. Я пока что насчет него подумаю, как там по деньгам будет складываться. Так, Сэм. Всего 13 лямов. Играет и там, и там. А скорость, конечно, послабее. Но цена какая классная-то. Всего 13, я тоже подумал, что это так. Сёрен Ларсон. Какой-то напыщенный петушок, который написано «Инвестируйте в Африку». Видимо, этой надписи был так рад Манган. Я не знаю, кто еще. Видимо, тоже Райт Филлипс, тоже, но он все-таки черный что-то еще. Смотрите-ка, Ларсон может играть еще и защитничка. В принципе, неплохо. Но скорость и... Пасы хороши, но скорость не огонь. Снейдер. Ну, я взял бы, наверное, его, но что-то он совсем уже не тот, 83 уже. Что-то он, видимо, в Турции только делает, что кальяны курит, да, с Драгбой там, наверное, обнимается и все. Эдерсон. Ну, нет, это какой-то... Ну, не сказал бы, что это нище, но слабовато. Игрок не для меня российский, это сразу мимо, это 33 года и 17 лямов за него, но это надо быть просто идиотом. Так, опа, лысый смирняга из убойной лиги. Так, сколько ты стоишь? 20. Да за что? Пасы вообще говно. Мне кажется, с такими пасами ты будешь просто мяч пихать в никуда. То есть, если будет выбор либо игроку, либо в жопу какой-нибудь бабе, ты пхнешь вообще посередине. Абертан, ты нам не нужен. Черчи. Это вообще стоит копейки, но чем он хорош? Да, в принципе-то и ничем, я вам скажу. То есть, ну, скорость какая-то никакая есть, я... Но нет. Это вообще стоит гроши. Миллион долларов. Так, секунду, я его еще не разглядел его. Ну, он и, в принципе, и сам по себе, как игрок, тоже грош полнейший. Ольха Нэнси. Оставайся там. Пато, 88. Это хорошо. Скорость какая, боже мой, охереть. Да он же как два гьяна вместе взятых. Ах, ну-ка, сколько он стоит? Я боюсь посмотреть, сколько он стоит, потому что, скорее всего, я упаду сейчас в обморок от таких цифр. Раз, два. Охуеть. 56 миллионов. Ебануться. Это за что?
Ну да, он молод, но 56, скорость какая, ай, хорош. Техника все в порядке у парня. Но 56, ребят, это слишком. По цене это не то. Еще и скорость у него такая пешеходная. Я в основном люблю скорость, потому что что дал пас, убежал, забил. И Оаро. Ну, Оаро просто длинная шпала, однобровная, которая бровь похожа на сумасшедшую галку, наверное, или чайку. И написано индезит. Смотрите, у него все скиллы просто равны. Техника, скорость, мощность. То есть такой средненький игрок такой, знаете ли. Французский Симак. То есть того тоже все было средненько. То есть средний пас, средний скорость, средний удар. То есть он сам говорил в интервью, что типа я средненький игрок, но за счет того, что у меня нет минусов, я за счет этого и существую как легенда российского футбола. Ладно, честно говоря, я ничего такого не нашел. То есть Красич и Пато. Но это если будут деньги. Окей, у нас впереди, наверное, все лето или сколько, давайте посмотрим на сведения расписания. Так. Ну да, первый месяц лета пошел. То есть вы жаловались, что лето кончилось у вас за так быстро, но чуваки, тут лето вообще кончится за один выпуск. Кончится лето. Так, у нас почему-то матчи с украинскими командами. Я их, честно говоря, не играю, я их симулирую. То есть вот пока что есть две победы у нас. Это над Испаньолом и Металлистом. Так, ладно. Давайте теперь поищем, наверное. Ну-ка, давайте посмотрим новости. Может быть, что интересное случилось. Так, ДД в Шахтере. Ну, знаете, ничего пока что я... Так, Агуэра перешел в Наполи. За 76! Господи, у меня сейчас инфаркт будет. Откуда у Наполи такие бабки, вы мне скажите, пожалуйста. 76! Месси, Барин, это уже старые трансферы пошли, так что это неинтересно. Ну, конечно, Наполи меня... мне аж плохо стало. Так, ну, я всегда хотел купить себе Хонду, например. Вот давайте посмотрим Хонду. Расширенный поиск. Хонда. Ну, давайте, суки. 77, сука. И по-прежнему, видимо, он пропитался духом армии. Может быть, там вот такая дедовщина, что Гиннер ходит по клубу и всех тоже хуярит по голове сапогом кирзовым. И Хонда подумал, да ну нахуй, лучше останусь в клубе, а то потом зачесать меня совсем. Ну так, ну ладно, Хонда, твой выбор. Так, а что насчет, например, Муса? Может быть, он стал крутым? Так, вот он, но нет. Круче он, конечно, не стал. Есть Муса, есть Мусачи. Я думал, что ты японец. Но ты оказался дерьмонец. Да, ну, Муса, честно говоря, тоже не особо, хотя скорость, да, хороша, но все остальные скиллы просто дно. Он просто носится по полю бессмысленно. У меня такой же есть один, Акбулахор. Так. Вот я еще кое-кого вспомнил, ну-ка. Как же он пишется? Так, что ли? Нет, ошибся, значит. Так, блин. А если так... Сейчас, секундочку, так, расширенный поиск. Япошка такой был в арсенале, потом его куда отдали-то, по-моему, в ринг, что ли. Так, страна. И выбираем Жапан. Где же наш Жапанчик? Что это за страна такая? Колобок у них нарисован на флаге. Индия. Мне кажется, вряд ли много так футболистов из Индии. Думаю, что скорее всего ноль. Так, Нагатомо, между прочим, очень неплохо, но он не хочет идти в КПР. Вообще не хочет. Кагава. Он же тоже неплох, но стоит просто ебанических денег. Так, Хонда. Вот, да, Миячи. С огромной башкой, похожей на луковицу. Уиган Атлетик. Блять, ты дурак, что ли? Тут ты дебил, ну... Зачем тебе играть в сраном Вигане? Блять, я просто поражаюсь этим людям. Скорость охеренная, но все остальные скиллы тоже дно. Квашим нет, все остальные, все игроки просто отстойные. Особенно Шицу. Нет, чувак, убейся. Так, мне многие украинцы, чуваки с Украины писали там, чувак, купи кого-нибудь украинского, чтобы нам было приятнее смотреть. Ну, давайте-ка посмотрим. Может, есть какой-нибудь украинец. Ну, если честно говоря, я только двух бы, наверное, купил бы, это Коноплянка да Ермоленко. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что все остальные игроки из Украины тут, блин, попутал немного, просто цвета одинаковые. Нет, нихуя не Швеция. Ибрак там точно не пойдет, а все остальные мне из Швеции тоже не шибко нужны. Так, АБВГД, ЕЖЗ, Клароро. Вот, Украина. И мы смотрим. Чигринский самый крутой, между прочим, оказался. Но 0%! Что за патриотизм? Два. Два!
Охереть просто. Шавковский, но нам тоже не нужен, честно говоря. Гармаш, Шуст. Одни киперы почему-то ко мне идут. Я не понимаю, почему ко мне... Не понимаю, почему ко мне идут одни киперы, сука. В чем дело? Гадзюр, Гусев, но он старый, Тимощук не хочет, Ермоленко тоже не хочет идти. Да что это за издевательство какое-то? А, погодите. А, нет, все нормально. Все нормально. Это Тимощук играет в Локомотиве? Не ожидал, если честно, не ожидал от него такого. Кривцов, ну это уже все, пошли кривые футболисты, начиная с Кривцова. Мандюк! Очень известен. Ну, я думаю, что все украинцы, которые смотрят меня, знают этого Мандюка. Так, ладно. Давайте теперь поищем. Поищем, что ли, нападающих. Или просто... Нет, да, нам нужен кто нападающий. Хороший, годный нам, центральный, чтобы он нагибал. Так, что мне от него нужно? Чтобы у меня была атака. Нет, хотя атака мне похер, честно говоря. Скорость, чтобы более... Так, сука. Вот хотя бы вот такая, да, 85. И ускорение тут у нас есть, ускорение. Установка какая-то, упоротость, реакция. А где? А, да, скорость дриблинга, значит, да. Нам нужен дриблинг. А, вот он сразу же. Вот, ну, давайте посмотрим, кто с такими скиллами готов пойти в нашу скромную команду. Ну, Роналду, конечно, сразу же мимо. Мимо. Так, Пату. Да, Пату, спасибо за такие бабки. Пату только подумал, ха-хай, почему бы мне не наебать скромный клуб КПР на почти 60 лямов. Господи, аж горло забыл. Мюллер. Ну, Мюллер хорош. Так, Игуаин. Ну, Игуаишка, конечно, может быть, он и норм. Но, в принципе, я даже не знаю. Нет, ну... Такая упад, какая скорость. Ну нет, упад, конечно, на голову выше, чем Гонсало, так что. Тем более, я когда играл за Реал в Песке, Игуаин особо ничего крутого не показывал. Йоветич не хочет. Так, это кто? Баян. Ну, кирпича я брать точно не буду, потому что он... Ну нет. Нет, не то. Не то, что нужно нашей команде. Абумиянг. Ну, в принципе, между прочим, Абумиянг, мне кажется, очень и очень хороший такой, знаете ли, бюджетный вариант, учитывая то, что если мы купим Пату, скорее всего, через пару месяцев после этого трансфера мы будем все на паперте побираться и сосать у всех за деньги. Но вот Абумиянг, в принципе, недорогой, скорость хороша, все у него в порядке, он прикольно смотрится, в конце концов. Он тоже из Африки, из какого-то Гондона, Габона. Он похож на бывшего футболиста Герта Марсельиньо, даже своим холком петушиным. Я думаю, что он на... Тем более, он еще и в полузащите рубает, так что надо на него заявочку-то подать. Ёб вашу мать! Ай, у меня же лимит, сука, и что мне делать? Твари, твари. Ну, давайте немного промотаем, может быть, кто-нибудь кого-нибудь там купит. Ай, сука, придется мотать. Если сейчас, конечно, через неделю ничего не случится, там никто никого не купит, придется контракт разрывать, а что делать? Потому что всякие деды нам не нужны. Так, может, есть что? Так, Крауч, забирайте его, пожалуйста, прям вообще просто в Клуж! А в свое время в Клуже в Румынии играл этот Трауре, видимо, у них какая-то мания на больших, на огромные размеры, на огромных этих елбаков без двухметровых. До свидания, все, давай. Аривидерчи, малышка. Нам было с тобой приятно. Да, конечно, не особо-то за него много заплатили. Всего 2, блять, ляма. Ну да и хер бы с ним. Так, ну матч с Днепропетровским Днепром я играть не буду. Я всего лишь посмотрю резы. Так, ну и само собой мы победили. В принципе, я не удивлен. Так, давайте дальше промотаем. Время еще 2 месяца лет, уже еще можно загорать, отдыхать, бухать, снимать женщин падших. Нет, ладно. Так, на цифры. Опа, лавешка пришла. Вот это я понимаю. Вот, теперь, мне кажется, можно и о Пато задуматься. Да, я думаю, что Пато, это просто супер нападающий. То есть с ним я буду всех рвать. 23 ляма, хотя там, конечно, будут вычеты там зарплаты и прочего. Я, честно говоря, я не знаю, что они там продавали на 23 миллиона. Может быть, они продали клубную вещь, там, например, почку, я не знаю, елдака они продали за такие бабки, потому что реально очень много денег. Так.
Боже мой. Вот, наконец-то. Блять, сука, иди. Эти гандонища сейчас вернулись ко мне, эти Green Pack, сука. Нет, чуваки, я сразу же вас попытаюсь кого-нибудь сбагрить. Пожалуйста, заберите их, я вас умоляю. Не нужны они мне, не нужны вообще. Я помню, что, по-моему, 2009 что ли, пески, у пака была скорость просто ебаническая. Так, что такое? Игроки вернули свой клуб. Ну, я вижу, да, это я вижу. Так, Сколс, новичочек. Мне аж воротит от этого всего. Этих паков и прочего. Так. Переговоры. Абумиянг. Иди ко мне, мой родной. О, Лавеси, ну-ка, Лавеси, хочешь кому-то? Не, никуда там. Вот я взял бы Халка. Халк это вообще просто монстрила в том плане, что у него скорость, и у него всех скиллы очень сильные, мощный, просто танк. Но, нет. Так, П. Родригес. Ебать, скорость! Ну, сука, дороговато, и не хочет идти, в принципе, старишь. Что-то он постригся, видимо, что какой-то, видимо, дал обед безбрачия, может, Адриан. Неплохая скорость, но нет. Так, Акбуанат, это наш Акбуанахор. Бонанотте, блядь, что за чертёныш. Так, Калихон, нет. Ген тоже у нас. Что-то Ген, а, вот, да, у него другая скорость у него. А, так, Миральяс. Миральяс неплох. Стоит всего 11, но, сука, не хочет идти. Так, Денис Кочерышев хочет там идти, но, блядь, уже за большие деньги. То есть мы помним, что еще полгода назад мы хотели его взять за меньше деньги, но он, сука, отказался. Так что теперь соси пипиську на замене в мадридском Реале. Ты же там сейчас играешь? Да! Чтоб ты там, блядь, сгнил, сука. Так, Джованни Дос Сантос. Ну, неплох, и стоит недорого, и много позиций накрывает, но всего лишь 80 рейтинг. То есть, тот же Абумиян, конечно же, круче. Но я подумаю еще насчет этого. Так, Маюка. Маюка. Тоже хорош, стоит вообще копейки, но он слишком страшный, сука. Нет. Маюк какой-то нам не нужен, наверное, пока что. Думаю так. Так, Ньянг. Это который Мбае, который любит гонять слишком быстро, а потом в тюрьме лишь сидеть. Ну, хорош, мне кажется, хорош. Так вот. Ну, он только центрального может играть. Если он был еще хорош в подыгрыше, было бы хорошо, но там все-таки Гьян. Опа. Опа, секундочку. Сон Йон Мин. Очень быстрый, но очень не хотящий идти к нам. Варгасы пошли всякие. Нет. Нет. Короче говоря, на мой взгляд, Абумиянг это, пожалуй, идеальное решение для нас. Я кину ему заявочку на трансфер. Вдруг захочет, не захочет, это уже его дело. Так, и на всякий случай давайте еще попытаемся этого, как его там звали-то. Так, Суарес тут вообще какой-то дынарь. Еще не подрос. Так, Дос Сантос, да. В принципе, тоже недорогой, скоростной парень. Пригодится, если что. Много атакующих позиций. Так. Если что, если по деньгам все будет окей, если мы там продадим парочку чуваков на хотя бы лемов на 10, то можно будет брать Пато. Так, нам еще нужен центральный, наверное, полузащитник, потому что когда не было Гранеро, было все очень хуево. Так, нам нужен он более-менее классный. Что бы к нам хотел идти? Так, кто это был? Вильямс. Опорник. Но, в принципе, неплохо, честно говоря. Я так смотрю его скиллы. То есть он меня радует своими скиллами, радует, откровенно говоря. Я даже подумаю о нем. Ну, не в том плане, что, ну, вы поняли, что подумаю о нем как не как о сексуальном партнере, хотя он черный и похож на красавчика. Но нет. Нет. Он для меня всего лишь профессионал-футболист. Так. Накала. Но почему-то он левый, что он тут делает, я не знаю. К тому же он еще и полная хуйня, как игрок. Поэтому до свидания. Так, Донован. Ну нет, это уже все. Это так. Ну, давайте что ли кинем заявку на Лалич, блядь. Лалич, сука, ну у него и морда, блядь, как у какого-то там мема, по-моему, или кого, сука, такое же упор. Где же такое лицо-то видел, сука, не помню. Хоть убей, когда
Весь ебальник огромный, как, ну, в смысле, череп огромный, как дыня, само лицо, то есть глаза, нос маленький-маленький, как ебаная горошина. Ладно, Вильямса мы хотели купить, Вильямса, да. То есть, в принципе, недорого. То есть, у меня какой сейчас, какой мне сейчас выбор? Либо взять Пато и Красича, то есть двух и все, либо взять несколько там игроков нормального уровня. Но давайте сейчас, наверное, кинем заявку, наверное, и на Красича, пожалуй, так. Где там справа он играет, да, там правый получается полузащитник. Где он есть? Ну, конечно, Ди Мария, ебать, он прокачался. Охуеть. Так, где? Милош Красич, иди ко мне, но. Они ко мне идти не хотят. Абсолютно. Не понял. Сити подглядывает за Аделькой? Хуй вам, сучки. Шумарк Марина, нет. Джучак. Шанс есть. В принципе, он неплох, но играйте дальше в Динамо, чувак. Лихштайнер. А где Красич-то? О, Синклер. Он неплох. Скорость у Синклера просто ебаническая, но цена. Вот, Красич. Да. Кидаем заяву. И теперь давайте-ка поищем, наверное, центрального защи. Центрального защеканца. Фланги, потому что у нас в порядке. Все в порядке. Ай, блядь, я же способности, сука, не отменил. Да, зачем? Просто уйди. Вот. Теперь смотрим. Так, кто хочет QPR? Бинатия, но он, сука, дороговат. Нет, мне нужен какой-нибудь такой сменщик со статой где-то 85, где-то вот так вот, чтобы и недорогой. Но пока что я таковых не нахожу. Так, Густаво, но он вообще не центральный защищенный, еще и губастый. Сука, небось, борщ ест просто прям одним махом. Труляля, седовласый французик. Что с ним такое случилось-то? Сократис. Ну, мне кажется, Сократис это очень неплохой вариантик. Ну, дай-ка я брошу. Брошу. Так, все, у меня кончились, да, сука. Ну, дай-ка посмотрим кого-нибудь, кто к нам еще может в теории пойти. Так, Сильвестр, ну, не, а нет, это другой. Я думаю, это Микаэль Сильвестр, который играет, ну, играл раньше в Арсенале и в МЮ. Нет, это не то. Ну, в принципе, Сильвестра неплох. Можем добавить в избранное. Так, смотрим еще кто. Так, у кого-то было... Шваб! Что за чел? Шваб хорош, дешев. И горит желанием играть в Лондоне. Давай к нам, бро. Такие нам нужны. Бакетти. Секунду. Не, дороговато, сука. Рубин Крахобора. Хисус Хамис. Нет. Ладно, короче, у нас пока изошелся наш этот лимит. Глупейший. Не знаю, зачем мы в PES придумали, то, что 5 трансферов за раз можно сделать. За одни переговоры. Ну давай, речь, браток. Так, есть что мы сейчас. Узрим. Ну давай, так, мы договорились. Так, Красич, отлично. Красич у нас уже. Давай, бро, к нам. Сука, нет, мои деньги. Мои денежки. Ну что, Милош, попрощайся с да. Попрощайся с Фенербахче и давай дуй к нам. Так, ну кого-нибудь купить, пожалуйста. Пак Джи Сун, как возьмите, не знаю. Ну, не нужны они нам, пожалуйста. Забирайте их. Так, и вот он. Первый трансфер. Теперь у нас справа будет нормальный игрок, а не старый обезьян Ральф Филлипс. Так, я обещаю болельщикам, что не буду ебланить и бухать буду на славу. Так. Он всем показал задницу. Я помню, был такой случай, когда Пол Гаскоин, знатный английский бухарь, на пресс-конференции просто взял и пукнул в микрофон. Я вам не вру. Так, Макси хотят купить. Ну, блин, если честно. Ай, Макси. В Сантос за 10 лямов. Ну, блин, ну. Ведь Макси столько всего сделал для команды. Но он стареет, сука, 32 года, тут такой шанс его продать. Ах, я прям ломаюсь. Но 10 лямов, я же могу купить Пато. Ух, я прям это... Забирайте. Забирайте. Забирайте.
Все, Макси, ты был мне как брат, извини, чувак, но понимаешь, это жизнь, это деньги, в конце концов. Я не хотел с тобой прощаться, но... Так, список из целей, избранное, вот. Кого я там надобавлял-то, пиццели дома? Кто это такой, блядь, Иниго Перец? Видимо, центральный, да. Ну, это, видимо, одноклубник Демаркоса, в принципе, он играет точно так же. Так, Шваб. Я живой хотел, да. Да, в порядке. И опять все кончилось, сука, Марво. Ну, неплохо, но это что-то ничего совсем другое. Так, дальше. Дальше следуем дальше. Уже прошло пол июля почти что. Так, что случилось? Что? У тебя опять дни критические. Так. Ах ты, пидрильник! Суканский. Так, тут Макси. Ну давай, брат. Ты был мне дружище. Мы с тобой столько баб переели. Как говорится, водку тоннами, баб килограммами. И с тобой мы прощаемся, дружище. Я уже заебал сидеть, если честно. Ой. Так. Ах ты, говна кусок. Ищ. Ну как так? Они что, думают, что в КПР их будут шпынять, бить? Но, чуваки, я Балоя успокоил, усмирил его этими транквилизаторами. Он больше никого на тренировке не насилует, как раньше, когда он брал мяч и совал кому-нибудь в анус. Но, блин, ну почему? То есть, ладно. Короче, ладно, даже не буду об этом говорить, это грустно. Так, Базинго в Реал за 25 лямов. Нет, чуваки, нет, это игрок основы. Балой, залупу вам! Балой в Спартаке, но не смешите меня, пожалуйста. Нет, это ни в коем случае. Так. Ну что мне теперь? Пату, что ли, брать? Я не знаю. Ну мне нужен по-любому центральный защитник. Давайте тут, что ли, посмотрим центрального защитничка. Так. Доусон. Ну, дороговат, сука. Да и скиллы у него шляпа. Пату. Ну, блин, ну может быть, какой-нибудь поменьше хотя бы цену сделали бы мне там за полтинник хотя бы. Ну, конечно, он монстрил, а то еще это просто жесть. Скиллы ебанические у него. Это просто Супермен. Ай, даже не знаю, не знаю, не знаю. Пато, 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 пато. Ладно, один раз живем. Впереди ЛЧ, ЛЧ это большие деньги. Так, и опять ищем мы, сука. Ищем центрального заща, который захочет нам идти прям с вероятностью 100%. Ну, хотя бы там 6. Так, кто это был? Нет, это не защитник, к сожалению. Так, смотрим. Сильвестре. Подорожал, сука, ну нихуя себе! Мне дороговато. Я хочу взять кого-нибудь такого дешевенького там. Вот, типа тут. Так, Самба, это огромная просто туша. Кинг-Конг, блядь. Рауль Альбиоль, дороговат. ПП. Ней. Так. Астори. Вот. Вот, мне кажется, отличный вариант. Вообще стоит просто гроши. Я даже если я буду играть в переходе на лютни, мне больше денег накидают, чем его трансфер. Я беру Астори просто даже без разговоров. Бартра. Колкер. У Колкера, по-моему, скорость тоже сумасшедшая. Нет, я с кем-то перепутал. Так, ладно, давайте-ка по приколу посмотрим Роналдиньо. Вдруг у него есть желание у нас поиграть. Так. Роналдиньхо. Блять, нет, не еще далеко. Роналдиньхо. И Роналдиньо. Козел. Ладно, дальше мотаем. Блять, сейчас купим пату. Мне все, пиздец. Никакой водки, все на строгий пост. Как говорится, затянем пояса и будем сосать. Ну что там у нас дальше-то? Sony. А, корпорация Sony. Я думал, что футболист Sony. Просто раньше был футболист Sony Андерсон. Я думал, может быть, он ожил там в свои 47 тысяч лет. Он решил поиграть. Я бы уже купил себе, блядь, новую ассистеншу, например. Нихуя себе у них вознаграждение за что? Выиграть Лигу Чемпионов. Всего лишь Лигу Чемпионов победить. Ну, пиздец. Я в шоке. Так, нам есть три предложения. Так, окей. Кто? Чехов, Анжи, блядь, ну не смешите меня, чуваки.
36 лямов, конечно, деньги хорошие, но чех Ван Жин, ну нет. В кои-то веке у нас хороший кипер, я от него не собираюсь отказываться. Идите вы в сраку. Так, вот, отличный трансфер. Это хороший трансфер, я доволен. Так, переговоры идут. Шваб. Гьяна, да пошли! Я Гьяна левым за 100 продам минимум, потому что это 4 да. А, за сколько? Шваб. Шваб, 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 шваб. А, он же правый, значит, уже. Он же был только что центральный. А, может, центрального купить? Но нет, чуваки, нет, я лучше того. Кто там был-то, блядь? Астори, по-моему, да, как фамилия-то была? Так, давай дальше. Мотай, мотай. Потихонечку, потихонечку, полигонечку. Жилет кончается. Кончается все. Кончается мое терпение, блядь. Так, Пато. О, боже мой. И сейчас я потрачу просто ебаническую 73 миллиона баксов. Ой-о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 й
Ну, как говорится, я денежный мешок, я сам, хотя нет, какой денежный мешок, я сам все эти деньги заработал. То есть мы всей командой летом пошли работать в Макдак, как настоящие мужчины. Там свободная касса, Зигхаль, все прочее. Да, один раз живем, один раз гуляем. Забирать эти деньги, они мне не нужны. Они лишние. Сука, 73 ляма. Охуеть. Да что ж мне, чеха что ли продавать? Да хуй там плавал. Не продам, сука, никого не продам, эти люди, игроки основы. Не, ну, конечно, честно говоря, меня сейчас даже немного трясет от таких денег. То есть 73 миллиона, я, по-моему, даже никогда за всю мою историю, что я играл и раньше, не на запись. Господи, это же просто сейчас идет 73 ляма евро. Это же лямов, наверное, 85. Сука, если ты не будешь забивать по 20 голов в матче, я тебя нахуй сожгу в крематории. Ты понимаешь, что ты рискуешь, сука? Я на тебя, сука, собак, 11 номер себе взял. Видимо, нам придется играть... Я не собирался их продавать, если честно. Пату в команде. Так. Так, кого? Что, Балой хочешь нам поговорить? Чего, Балоюшка? Ты что, ебанулся? Я тебя не могу продать. Ты понимаешь, что меня просто не поймут? Балой зол. Все, пиздец. Всей команде, всей тренировочной базе пизда. Так, Чех, Базинго, Шваб. Ну нет, ну нет, чуваки, это все не то. Надеюсь, я по деньгам не прогорю, сука, 73 ляма за пату. Жопа. Так, ой, наконец-то, может быть, на мангане заработаю хотя бы копеечку какую-нибудь лишнюю там. Ну да, 3 миллиона копеечка нам сойдет как раз. По-моему, возвращается обратно. А нет, в этом клубе играл БНГ. Так что не точно кореша. Так. И переговоры избранные. Где тут защитничек-то? Вот он, Астори. Ну что, Астори, будешь ли ты играть в КПР? Думаешь, что вопрос глупый. Все, сука, денег нету. Может быть, у молодежки есть какой-нибудь талантливый центральный защ. Ван Буйтен, но нет. Икс-тупик-то он слева играет. Верано. Ну, конечно, прикольный, но, сука, всего лишь 70, ему уже 19 лет. Сандин. Нет, это уже куски дерьма. Давайте дальше мотаем. 73 ляма, ебать мы мешки. Я просто в шоке. Так, дальше, что у нас имеется дальше? А, да я не хотел его продавать, так. Нет, Гьяны и прочие не пойдут из команды никуда. Как это? Можно это отменить? Нет, нельзя. Ну нет, ну чуваки, конечно, я понимаю, что... Блин, Ливерпуль, ты наивный. Если не продал его за 36 миллионов, я не продал его за 27 точно. Надо вам математику поднатаскать. Вот интересно, что будет, если клуб уйдет в минус? По деньгам это же будет просто жопа. Так, Шваб нам не нужен. Так, нет, спасибо. Дальше мотаем. Что-то у нас дальше происходит. Договор еще один продан. Ну, нормально, что Сивин, Сони, Макдак. Все мои. А, сейчас как снимут за зарплатой, за каким-то кухарки, блядь, там будут требовать, не знаю, алименты там от их ебарей, которые, не знаю, работают дворниками в нашей же организации.
Нет, я не собираюсь продавать ни Балоя, никого. Так, Астори. Астори, ну, уже почти. Сука, бату это пиздец. 73. Почему там было написано 56? Они с меня 73 с меня, суки. Шевроле. Я люблю Шевроле, между прочим. Это хорошая марка. Но как-то я не вижу спонсорских денег. Эй, Шевроле, дай денежков. Я нищенство, у меня всего лишь 1 миллиард рублей. Разве это деньги? По-моему, нет. По-моему, это гроши. О, так, отлично. Астори. Вот это я понимаю. Как было написано 3 миллиона, так и есть. А тут идет Пато и Милан, сука, Гальяни, этот педик, блядь, чернобровый. Наебли меня. Сука, ладно. Но теперь у нас будет нормальный сменщик на защите, так. Ой, ладно, надеюсь, я не вылечу в трубу по деньгам и перекрещусь, слушай, перекрещусь. Так, ну привет, парень с неинтересным лицом. Да пошли, даже неинтересно смотреть, как там что-то втираешь, там я пытаюсь пропустить, и у меня это получается. Так, Балой, но нет, я его не продам, вы понимаете, я не продам Филиппку. Почему никто не хочет забрать Пак Джисуна, я не понимаю. Разве... Ой, боже мой. А где он вообще? Он у нас играет или что? Или где он? Где он вообще существует? Нет ни команды. Он где? Он в КПР или что с ним? Я не понимаю. Так, Пату Красич. Грин, ну пожалуйста, заберите его. Я вас умоляю. А сколько будет разорвать контракт? Ну, так дешево. Я, наверное, лучше разорву, потому что ЗП у него 580, а контракт разорвать всего лишь 170. Так что давай, покуша. Иди, говна, покушай. До свидания. Что было, то было. До свидания. Нихуя себе, более хуёвый игрок требует больших денег. Ну и хуй с тобой. Зато хоть место освободится. Так, все, вроде теперь лишних людей в команде нет, кроме, наверное, Диды. Давай, аривидерчи. Все, мы избавились от левых игрочил. Я люблю так, знаете ли, резко поступать с командой. То есть ко мне приходит какой-нибудь заплаканный Дида, говорит: «Антошенька, продли со мной контракт». А я говорю: «Хуй там плавал». Мотаем дальше. Так, и вот начинается новый сезон. То есть, ну, мы крутые. Мы теперь 23-е в рейтинге клубов. Я это искал вначале. Так, ну, в принципе, те команды, что вылетели в прошлом году, те и вернулись. А вылетает Саутгемптон, Том и кто там еще, Балтика, что ли, или Сибирь, я не заметил. Так, что у нас по денежкам-то? Давайте уже это, не томите. Так, о, вот, нормально, фан-клуб, молодцы, аж 10 лямов собрали, теперь я не волнуюсь. Теперь все хорошо. Так, разговор с командой. Так, вы, пидорасы, в этом сезоне, блядь, Лига блядских чемпионов, если вы, сука, не затащите, вот на том кладбище, сука, будут ваши, блядь, вот такие вот высокие, блядь, памятники. Каждому, кроме Балуя. Он будет их строить. А, так, количество улучшений так увеличилось аж на 2. Ну, давайте-ка, наверное, выносливость прокачаем и энергию, потому что они совсем нас ни о чем. Так, и матч с Пилзинью. Ну, в принципе, я думаю, что все. Я трансфер, наверное, больше делать не буду. Хотя, сколько у меня? 50. Так, секунду. Финансы. Предполагаемые доходы. Не. Ёб твою мать, я в минус уйду. Блять, надо что-то делать. Надо что-то, сука, делать. Хотя, возможно, это потом будет, я не знаю. Сейчас, ладно, я промотаю до первого официального матча и закончу. Так, переговор, может быть, в мире что-нибудь интересное случилось. Иньеста ушел в Баварию к братку своему, к Месси. Кто такой Абденаур? Кто это, блядь, такой? Откуда у него 88 стата? Я в шоке, если честно. Так, ну и все, в принципе, ничего больше интересного не случилось. Так, блядь, минус 4 ляма, это, конечно, не очень хорошо. Ну-ка, фан-клуб, по-быстренькому, по-быстроляну, давайте по червончику скинулись, чтобы все было ровненько у команды. И понимаете, если нас не будет, то все, пизда. Иначе... Блять.
Бля. Увольнение персонала. Сука ж, где мне взять 5 лямов? Где? Где мне? Пескот надо продавать. Так, а кого? Нет, не сюда зашел, сука. Что делать? Что делать? Список команды. Вроде бы все надежные, нужные нам игроки. Жозиньо, Фабио, Хойлет. Никто его так и не купил. Смолов. А, Резак, Пиццель, тоже никому он оказался не нужен, сука. Ну-ка, а если я с ним разорву контракт, то его ЗП же, наверное, уйдет. Ну, видимо, да, я так думаю. Система. Я пытался, ну, что-то даже, честно говоря, не знаю этого факта. А, ладно, так, список команд. Нельсон, хули ты тут вообще делаешь? Какие трансферы? Видимо, он так... Вообще, он даже, наверное... А, он возродился просто. Ёпт. С такой рожей в 16 лет ты похож на Булли, на главного героя этой игры. Агбона, Демаркос. Ох, у него не рука, блядь, а какой-то арбуз. Сука, что делать? Что делать мне? Что мне делать, сука? Что мне со всем этим делать, блядь? Ну да, ну выгоним мы писали, ну сэкономим мы пол ляма, но это не более того. Где мне взять такие деньги? С кем мы попрощаемся? Ладно, давайте эники, беники или вареники. Арман Трауре. Что ли, его попытаться продать? Сука, нужны ж гроши совсем, или... Ну, давайте, наверное, Трауре, потому что у него зарплата довольно-таки большая. То есть, извини, Арман. Нет, не уволить, не то. Да, сюда. Извини, Арман, но это всего лишь бизнес, брат. И давайте, наверное, Смолова, потому что с Пато и с Резаками и прочими Федор Смолов свое отыграл. Надеюсь, что все будет чики-пуки. Ну, там, скорее всего, трешку отгрузил. Отгрузил Пато. Иначе. Да я уже, блядь, это видел. Да, все это здорово. Я начинаю волноваться, честно говоря, вот этой вот хуйней. Насчет финансов. Давайте уже речи там. Покупайте меня Смолова, речи. Покупайте, пожалуйста, забирайте его за любые деньги. Мне нужны денежки, мне все. Ай, блядь, балой. Фабио, пиццы. Что? Откуда столько травм? Игроки с травмами, что за апокалипсис случился? Все, в команде все хуево. Вот я говорил, что не надо было покупать Пато, сука, моя алчность. Балой, не, ну если я продам Балой, я не могу этого сделать. Чех, Валенсию, 36, тоже нельзя, ни в коем случае. Ой, ладно, давай дальше, блядь, что делать? Ну, кого-нибудь купите там, не знаю, блядь, Смолов, ну, что, неужели он никому не нужен? Да ёб, вашу мать. Ай, блядь, ну почему никому не нужен Федор Смолов, блядь? Почему такое дерьмо случается? Ай, боже мой, как все грустно. Надеюсь, что в итоге будет хэппи-энд, какой-нибудь добрый миссионер к нам подойдет, скажет, вот, чуваки, вам на руку 5 лямов, так вот просто я вам даю, блядь, чемпион Англии, Кубок Англии взяли. И не можем, сука, сраных там... несколько денежков заплатить. Придется на артмане ломать. Ладно, нет, конечно, не придется. О, ну может быть. Так, отлично. Ой, блядь. Да. Все, да я одним Трауре покрою трансфер. Да, в принципе, Трауре хорош. Но, знаете, это такая жертва, как жертва богам. То есть, он, в принципе, почти не играл. То есть, у нас там на фланге есть Фабио, есть МБНГ, так что Трауре лишний, так что извини, брат, но я не хотел, честно говоря, я не хотел. Вот, но теперь все, теперь я спокоен, теперь все нормально, теперь у нас по деньгам, я думаю, что все чики, блядь, куда я нажал-то? Финансы, вот. Вот, теперь все ровно. Теперь я могу вальяжно с сигарой подойти к этой шлюхе и говорить, ну что, шлюха, ты говорила, что я по деньгам не попадаю, но настоящий мужик из любой ситуации вывернется. Извини, Арман, но это бизнес, я повторяюсь.
Так. Да мне похуй на это Вест Хэм, честно говоря, у меня уже все. У меня есть пату, у меня все в ажуре, ёбда. Никого не купили, тем более. Все, на этом серия заканчивается. Она была очень длинная. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании. Не болейте. И давайте удачи, чуваки.